Всем громадный привет, и вы на канале Супер Гекты. И сегодня я буду вам показывать покупки из магазина да-да, фикс прайс, фикс прайс. А что же я приобрела в этот раз? Узнайте из этого ролика, поэтому оставайтесь, будет очень интересно. Фикс прайс. Итак, начнем. Так, первое, что мне попадется, ах, да-да-да-да, вот такая замечательная бутылочка. Бутылка для воды за 99 рублей. На вид достаточно качественная, поэтому решила приобрести. Обратите внимание, все запаковано. Итак, давайте раскроем, и я вам расскажу, зачем же я ее взяла. Это у нас марка Kitchen. Итак, давайте взглянем на бутылку поподробнее. Хотелось бы также отметить, что здесь лежит гель. Итак, смотрите, раскрываем, вот такая крышка, довольно-таки удобно, не правда ли? Но достаточно большое горлышко. Откручиваем, и вот что меня привлекло, это то, что здесь есть такой вот фильтр, ограничитель. Вот, именно это меня и привлекло в данной бутылке. Поскольку сюда я собираюсь нарезать и класть фрукты, и, соответственно, у меня будет такая фруктовая водичка. Замечательно. Вот, буду пользоваться с удовольствием, просто уверена в этом. А также здесь вот есть такие выемки, смотрите, симпатичные. И вообще-то удобные под руку. И хочу сказать, что действительно очень качественный бутылек. Да, свои 100 рублей однозначно стоит. Однозначно стоит. А в наличии было 3 цвета. Вот такой вот кофейный приятный, который, собственно говоря, у меня. То есть мне он понравился. А также был ярко-желтый и розовый. Но мне нравятся именно такие спокойные тона, красивые. Так вот. То есть даже можно выбрать. И еще момент. Здесь внутри находится шнурок. То есть вы также можете на шнурке носить. Вот специально для него тут есть выемка. Это очень-очень удобно. Классное летнее приспособление. Жум-жум-жум-жум. Ну, давайте дальше. Что же еще у меня тут интересного? Да-да-да, вот такие вот прихваточки я приобрела. Ну, те прихватки, которые я уже ранее брала в фикс-прайсе, им уже, наверное, 1,5 года, если я не ошибаюсь. В принципе, они прекрасно себя чувствуют, но захотелось обновить. Все-таки они теряют свой красивый внешний облик и со временем так или иначе становятся не очень. Захотелось, в общем, заменить. И да, вот такие вот прихватки. Чем они меня привлекли? Во-первых, здесь две, начнем с этого. Две за 55 рублей. Что мне здесь понравилось, это вот такой вот кармашек. То есть, они не стандартные, да, там как вот рукавица, а именно вот сюда надо руку засунуть. И мне показалось достаточно удобным. Прекрасные прихватки теперь у меня дома. Так, еда, еда. Угу. Это Миладора кетчуп лечо с натуральными кусочками перцев. Очень нам нравится сладкий, приятный, качественный кетчуп. Да, советую брать там. Это выгодно. А второе, это соус сырный, тоже выгодно, 25 рублей, с изысканными сортами сыра, биоконтроль мистер Рико. Я хочу сказать вам о том, что это потрясающий соус, он действительно сырный, знаете, по вкусу как расплавленный сыр. Настолько натуральный вкус, настолько приятный, и вообще, кому нравятся сырные соусы, то вам просто необходимо его купить, честное слово, я вам советую. Но это не все, еще один соус. Мы, в общем, берем два, потому что я ем сырный, а муж предпочитает вот этот. Сын, в принципе, и тот, и другой ест. Чесночный, с зеленым луком и чесноком. Тоже очень классный соус, но если у вас чувствительный желудок, то он вам не подойдет, поскольку у меня лично сразу начинает он болеть после того, как я поем этот соус, потому как он остренько соленый. Но я бы не сказала, что здесь прям он очень острый, но что-то такое есть, да, вот он какой-то островатый, но это чеснок, наверное, дает и соленый. Конечно, для людей, у кого желудок чувствительный, это не подойдет. Так что такие дела, но он вкусный, вообще классный. Ну, разумеется, топтышка, да, это стоит 16,90, ну, округлим до 17. Как же я люблю этот напиток молочный. Здесь, смотрите, вкус ванильного мороженого, действительно вкус ванильного мороженого. Это так приятно, я считаю, что цена достаточно либеральная для такого вкусного продукта. И это у нас карамельная риска, тоже вкус карамельной риски, так
приятно, так клево. Вот эти вкусы мне очень нравятся, но, по-моему, вот только банановый не очень, если я не ошибаюсь, какой-то там вкус не такой насыщенный, более химозный. Но вот эти вот, ванильное мороженое и карамельный ириска, потрясающе. Просто всем-всем советую, особенно вашим деткам. Здесь, между прочим, 200 мл. Муж взял 2 упаковки мороженого «Жемчужина России». Миндаль с карамельным соусом. Но это вкусно, что сказать, и тоже выгодно, 25 рублей стоит. Также он приобрел полюбившиеся ему конфеты «Марсианка». Это вкус «Моко». Мне, в принципе, они тоже нравятся, только единственное, что, знаете, они достаточно приторные, и поэтому мне быстро приедаются. Вот, вкусы тоже разные бывают, какие-то неинтересные, какие-то классные, но в любом случае, я говорю, очень для меня приторно. А если вы любите, ну, такая прям прожженная сластена, то вам непременно подойдет, да-да. В общем-то, берите эти конфеты, действительно достойные и качественные. Та-дам! Тоже штучки, которые я люблю. Да, но я беру трубочки для молока всегда с карамельным драже, со вкусом клубники. Так ароматно пахнет клубникой, вы знаете, это очень-очень вкусно, и получается такой клубнично-молочный коктейль. Единственный минус у этих трубочек, причем не важно, где вы купите и какой марки, они все равно очень быстро теряют вкус, то есть вы попили, да, там несколько глоточков, 5, а потом, к сожалению, уже все, просто молоко чувствуете, а вкус клубники, например, уже нет. Это, конечно, минус, но все равно я их люблю очень сильно, да, и сын тоже. И в этот раз я решила... Тоже приятненько пахнет. Решила взять вот такие, попробовать, смотрите, они иные. Трубочка для молока с карамельным драже со вкусом шоколада и банана одновременно. Вот так это выглядит вблизи, посмотрите. Гранулки желтые и, соответственно, коричневые, темно-коричневые. Будем пробовать. А коту в этот раз я решила тоже взять вкусняшку. Смотрите, что это у нас? Титбит, вяленые лакомства, кусочки из сердца говяжьего. Восполняя дефицит протеина, содержит легкоусвояемый белок, витамины А, В, Е, К, микроэлементы различные. В принципе, вот, посмотрите, какие здесь находятся микроэлементы. Ну, достаточно хорошо все выглядит. Внутри, кстати, тоже какая-то защитная бумажка, хочу обратить внимание. Но написано «полезно и натурально», уникальный продукт. То есть натурально. Здесь действительно неплохой состав, именно поэтому я и взяла. Итак, смотрите, состав. Сердце говяжье, боярышник расторопша. Все, вы представляете? Поэтому я решила такую полезность купить своему котику. Во влоге на лайв-канале я как-нибудь вам покажу, как кот отреагировал вообще на это лакомство, понравилось ему или нет. Взяла я вот такие вот салфеточки КТ. Очень мне понравилась на них цена, 12,50. Это универсальные влажные салфетки, а эти у нас для нежной детской кожи. Но это не имеет значения, просто понравилось, ну, кидс, в общем. Мне понравилась упаковка розовая. Кстати, по ощущениям, вот это толще. Ну-ка, так, сколько? Нет, 15 влажных и 15 влажных, то есть 15 штук одинаково. Ну, вот такие дела. Попробуем. А коты я у них брала как-то, вот именно маленькие, были, по-моему, тонковаты. Посмотрим, как в этот раз будет, тоже кажется сейчас, что они внутри довольно-таки неплохие. А впрочем, давайте вместе с вами раскроем, да посмотрим, делов-то заодно, и вы поймете, надо вам это брать или нет. Итак, открываем. Наклейка здесь достаточно плотная. Так. Действительно тонковаты салфетки, но бывает намного хуже, хочу отметить, за такую стоимость. Поэтому, ну, в принципе, можно чисто так руки вытереть, вполне сгодится. Или подтереть носик кому-нибудь. Ну, так вот, да, нормальные. Но не особо влажные, хочу отметить. То есть, да, влаги здесь мало. Бывает, знаете, наоборот, избыток влаги. Открываешь, и вода течет. А тут как-то ее маловато. Да, надо, чтобы было идеально. Так что, не знаю, возможно, что запах такой приятный, кремовый, классный. Но по качеству, вот, ну, не знаю, хорошо ли они вытирать вообще будут. Очень-очень они слабо влажные. Знаете, решили в этот раз попробовать вот такую вот пасту. Оформление симпатичное, Силка Мед, профилактическая зубная паста, восточный целитель. Как-то у кого-то в обзоре увидела, ее хвалили. Ну, собственно, поэтому и рискнула. Хотя здесь довольно-таки неплохое описание. Итак, давайте вам немножко зачитаю. Восточная медицина не перестает удивлять ученых. Благодаря древним знаниям восточные травники добиваются ошеломительных результатов, в том числе лечения заболеваний полости рта и так далее. То есть, да, такое красивое описание, типа здесь, я так понимаю, травки. Ну что ж, попробуем, может, действительно достойная паста, достойный продукт. В этот раз меня насмешил муж и купил себе вот такую пивную
круженцию просто громадную. Здесь еще и рыба на крючке нарисована, ну, которая вот-вот будет поймана на крючок. И написано «Ловись, рыбка». Ну, вот так вот, вот видите. Симпатичная, в принципе, кружка, хочу сказать, стоила 77 рублей. Ну и последняя покупка, это покупка к школе. Увидела я там альбомы для рисования. Вот этот очень с красивой обложкой. Да, там надо было выбирать. Были такие, знаете, обычные с машинками или там какая-то девочковая тема. Мне это все показалось неинтересным, скучным, однообразным. А тут, ну, это просто великолепно. И подойдет как девочкам, так и мальчикам. Просто показывает хороший вкус. И также мне понравилось то, что альбом достаточно толстый. Мы смотрели в Ашане альбомы, они там по либеральным ценам, но листиков маловато внутри. Плюс здесь, смотрите, есть пружинка. Соответственно, это тоже очень удобно, поскольку можно вырвать свои работы и, например, поместить куда-нибудь на стену. Это действительно классно. Ну или просто сохранить на память в каком-нибудь альбоме. Вот такие дела. Ну, на этом мой ролик заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также на лайв-канал. Впереди будет еще много и много интересных роликов. Почитайте интересную информацию в инфобоксе. Всех люблю, целую. До встречи в следующих роликах. Пока-пока!